Тише! Вот и она. Последняя деталь. В отеле чисто, Хоффман. Ты как там, все настроила? Да, я готова. Ладно, отправляю координаты.
Ну, вот и он. Что это? Портативный стабилизатор поля. О'Нил работал над этой штукой до того, как Теодор его изменил. Он создает небольшую зону стабилизации, которая оттолкнет пламя. Небольшую? Размером примерно с убежище. Достаточно, чтобы меня защитить. Отлично. Как это работает? А вот тут начинаются сложности. Это пробный экземпляр, так что может взбрыкнуть. Управлять буду я. Не хватало, чтобы он отказал посреди стены пламени. Я не могу тебе это позволить. Слишком опасно. Как и оставаться здесь, если у тебя ничего не выйдет? Мне надоело прятаться. Выбраться можно, только работая сообща. Иначе нам Лили не спасти. А потом, вдруг тебе понадобится экстренный психоанализ? К кому обратишься? А ты умеешь убеждать, Хоффман. Конечно, умею. Я же штатный психолог. Ну да, точно. Тебе может понадобиться время. Скажи, когда будешь готов. Ты здесь, Кидман? Для тебя. Всегда. Стэм, система уже дважды отказывала. Машина, которая подсаживает тебя в головы других людей. Кто вообще решил, что эта штука такая полезная? Я не хочу влезать в голову другого человека. Я понял это еще в прошлый раз. У Рувика были свои извращенные мотивы, а в Мёбиусе решили, что у его разработки большой потенциал. Потенциал всеобщего порабощения? Лучше, чем оставить ее в руках психопата. Вот уж не знаю. Только не говори, что ты купилась на эту байку об объединении человечества. Кто знает, что натворил бы Рувик, если бы не ты. Рувик ли, Мёбиус ли, неважно кто. Такая технология опасна в любых руках. Это большая сила. Слишком большая. А силой всегда злоупотребляют.
Детектив Кастелланос. Всегда рада повидаться. Вы становитесь сильнее, но здесь опасно и становится только хуже. Нет ничего дурного в том, чтобы время от времени действовать скрытно. И с этим я могу вам помочь. Пора бы нам прекратить наши встречи, детектив. Вы не можете надолго расстаться со мной, да?
Ты готов, Себастьян? Ладно, Хоффман. Давай начнем. Хорошо. Иди первый. Я буду нести его и управлять им. Он защитит нас от огня, но не от тварей, что попытаются нас убить. Не бойся, я с ними разберусь. Ну, погнали! Работает! Главное, оставайся внутри сферы! Пошли! Из-за огня ничего не видно! Просто следи за тварями и иди за мной! Я знаю, куда идти! Еще один! Берегись, Хоффман! Это ты меня береги! Прекрасно! Они повсюду! Кажется, что еще идти. Он не хочет нас пропускать. Ну и хорошо, значит, он боится. Не останавливайся, мы почти у цели. Постой, со стабилизатором что-то не так. Починить можешь? Попробую! Прикрой меня! Пошла. Это мой шанс искупить вину перед Лили и всеми, кого я помогла втянуть в СТЭМ. Так что нет, не жалею. Черт, кожу жжет. Надо как-то прорваться. Хоффман, что происходит? Опять дури! Погоди! Становится очень жарко!
случилось? Надо уходить. Почти у цели! Прости, Йокико. Он еще заплатит. Обещаю. И в конце концов, остался только я один. Но меня он не остановит. Да, но теперь все по-другому. Ты от меня не уйдешь. Ну уж нет.
Ты меня не сломаешь. Почему все хотят управлять Юнион? Его даже не существует в реальности. Юнион лучше, чем я. Юнион — это Мертвус. Их разум и привязан к нему.
значит управлять ими. А управлять ими, значит управлять миром. Если ты считаешь, что я буду помогать психу вроде тебя управлять психами вроде них, то ты еще больший псих, чем я думал. Thank you.
Не буду с тобой торговаться, друг. Похоже, вам снова нужна помощь, детектив. Вы становитесь сильнее.
Но здесь опасно и становится только хуже. Нет ничего дурного в том, чтобы время от времени действовать скрытно. И с этим я могу вам помочь. Пока один из нас не умрет. Тогда иди сюда. Давай начнем войну. Тебе нужен вкус отчаяния. Сейчас ты получишь вкус отчаяния. Это ты со мной сделал, папа. Ты не спас меня. Все хорошо, детка. Я все исправлю. Я так тебя люблю, Лили. Всегда любил. И всегда буду любить. На этот раз я тебя спасу. Обещаю. Вижу, ты отчасти преодолел свою вину и боль. Но раны твоего прошлого очень глубоки. Уж я знаю о тебе все. Всю твою подноготную. Колодец твоих страхов воистину неисчерпаем. Ты видел столько ужасов. Они переполняют твою память. Вспомни, где все это началось. Вспомни маяк. Да, ты все помнишь. Come on.
Что? Ну, с меня хватит. Думаешь, меня это остановит? И сожгу еще раз.
Давай! Кто ты такой? Что ты еще можешь? Мира? Она должна быть в безопасности. Я защищу Лили от любого, кто хочет ее забрать. Защитила. Теодор мертв. Пойдем домой. Нет! Сила ядра моя. Лили в безопасности. Где она? Давай уйдем отсюда вместе. Боже. Камня на камне не осталось. Что же ты хочешь сделать, Мира?
черт! Мира, куда ты делась? Уже все. Давай мы с тобой заберем Лили и уйдем отсюда поскорей. Мы снова будем семьей. Прошу тебя. Я знаю, ты меня слышишь. Да послушайте! Мира, что с тобой? Ты должна бороться! Я не могу. Я должна защитить Лили. Ты уже защитила. Стефана ее не тронет. И Теодор тоже. Они мертвы. Да. Хорошо. Иди, Себастьян, скорее. Уходи. Нет. Я не оставлю тут ни одну из вас. Что она делает? Я должен от них избавиться. Тогда я до нее доберусь.
Так, хорошо. Надеюсь, она не ушла далеко. У меня нет на это времени. Вон она. О, Господи!
Это была последняя тварь. Куда ты идешь? Я не дам тебе навредить, Лили. Навредить? Да я никогда. Я люблю ее. Твоя любовь ее не защитит. Это могу только я. Я велела тебе уйти! Нельзя отдавать ей Лили. Это наш дом? Наверняка она там. Теперь нельзя останавливаться.
Ублюдок. Он все продумал еще до того, как попал сюда. Стать ядром? Зачем? Все это случилось. Вот когда все начало разваливаться. Значит, какой-то на самом интересном месте. Ой, а я так...